Новые пластиковые окна, покраска стен, замена почтовых ящиков и дверей, установка светильников, а также установка новых батарей. Теперь подъезды в Щелково на улице Гагарина, дом 5, и улице Пустовская, дом 16, выглядят как новые. Они были отремонтированы в рамках программы формирования современной комфортной городской среды. Посмотреть на проделанную работу в Щелково приехал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский. Значит, покраска, штукатурка стен, потолков, входная группа полностью заменена, окна. Более того, свет не делали, да? Свет заменен на светодиодную. Работа по обновлению подъездов была проделана действительно большая. Управляющие компании в ходе ремонта согласовывали и обсуждали все важные вопросы с жителями. Целиком весь подъезд смыт. Ободрана краска, все вскрывались швы, все швы через малярный скотч, через малярную сетку, все промазывалось, штукатурилось, делалась грунтовка. Благодаря программе формирования современной комфортной городской среды подъезды в щелковских домах становятся более красивыми, уютными и удобными. А это не может не радовать. Мария Буржинская, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.